сегодня я себя балую посещением стокового магазина. Слушайте, нравятся вот такие маленькие сумочки в последнее время. Очень прямо интересно, если влезет сюда сейчас мой телефон, я обязательно возьму. Цена вообще прекрасная, 449 гривен. Смотри, какие классные летние образы уже сложены здесь. Ну что, мы так проходимся, может что-то я на свой вкус найду. Очень хочу себе какую-то рубашку с элементами лимонов. Ну вот не нахожу я таких расцветок, вот какой-то персик, не персик я нашла, но хочу именно такую рубашку. И даже нужно, чтобы это было на черном фоне. А в идеале я хочу, чтобы это было лимоненькое. Вот такие маленькие платьюшка. Вот такие вот, смотри, фруктики есть. Такое летнее, мне нравится сарафан, прикольный, вообще супер смотрится. Даже я его сейчас и померяю. Смотри, такой простой, короткий, с такими вот интересными крылышками. Классный сарафан. Тут у меня вещь одна упала, надо поднять. Я говорю, что значит продаться. И вот интересный флаг еще вот такого плана. Смотри, как задрапированы. Так, все такое пляжное. Вот такие классные бабочки. Цены, конечно, мне здесь нравится. 489. Вот такая полоска летняя. Так, сарафанчик этот пойдет на примерку. Беру его с собой. Так, на таких тоненьких поворожечках. Так, переходим дальше. Что здесь такое падает взгляду? Какие красивые тоже летние вот расцветки. Подсолнухи. Кстати, очень неплохая такая ткань, натуральная. Вот такой красивый сарафан с отделочкой. Здесь вообще супер нравится мне такое. Умереть не буду, уже таких сарафанчиков у меня достаточно. Просто для вас показываю, какие есть варианты. Смотри, есть полоска разных таких вариантов. Тема с купальниками очень тут большая. Вот такие накидки мне нравятся. Я тоже в свое время набрала уже, поэтому не беру. Но накидочки такие вот пляжные, они классно могут адаптироваться. А здесь прям предлагаю такое носить купальник, шорты и такая накидочка. Если честно, когда ручное платье только у тебя, и надо 10 килограмм с собой взять, то можно использовать купальник как боди, как, так сказать, не брать одну из маек, а взять купальники, использовать как будет. Смотри, какие трусики интересные. Что они закроют, не знаю. Но на них и спиточка прекрасная есть. Просто вот отдельно верх можно взять, отдельно трусики. Так, куча-куча маек. Таких вот цветных маечек. Сейчас, скажем так, популярны майки как второй слой, нижний слой. Да? Бабочки вот такие интересные, мне понравились. Смотри, какая цена. 449. Производство пишет Германия, размер есть. Да, вот такие вот штаники классные, смотри. Это скотч-сода. Это у них вешалочка такая более, так сказать, благородные вещи здесь висят. Сейчас мы полистаем вместе с тобой, посмотрим, что здесь есть. Вот, пожалуйста, такая юбка скотч-сода, 739. Сколько стоят эти брючки? Просто интересно. Вот ценников, как всегда, не найти. Не буду искать ценник, забирать внимание. Хочу просто так немножечко полистать, что есть. Шортики коротенькие, вот такие цветные. Вот такие юбочки интересные. Не буду тоже скотч-сода, у них такой свой... как сказать, намек всегда есть, какие-нибудь металлические обязательно вставочки у них есть, или какая-то необработанный край. Вот скотч-сода всегда можно выделить из других вещей, даже на ценник можно не смотреть, сразу пойму, что это скотч-сода. Ну, по крайней мере, я почти никогда не ошибаюсь, когда определяю. Такой красивый такой сарафан, обалденный, мне нравится этот сарафан. Тоже скотч-сода, хотя не традиционен для них. Размер МК. 1179. Такой бы я, наверное, попробовала померить. Сарафанчик. Эти брючки я уже мерила. Они почему-то не садятся на меня.
шортики. Ну, такие городские, знаешь, классные. Мне вот этот цвет очень нравится. Вот такой лимонный. Вообще классный городской цвет. И хорошая длина. Можно хорошо компоновать его с рубашкой, с пиджаком. Даже в офисе я считаю, что такие вещи можно носить. Эти покороче, а вот эти лимонные вообще супер мне нравятся. Вот такой магазин, посмотри. Он выглядит. Здесь сразу же и модельки одеты. Классно скомпоновано все. Знаешь, сейчас появилось много обуви у них. О, что там со светом? Сейчас мы переключимся, поймем, что случилось. Мне нравятся вот такие белые брючки. Я что-то себе сейчас из белого хочу посмотреть. Ну, смотри, какие офигенные я нашла. А-ля спортивный вариант. Сейчас померю, как они сядут на меня. То, что меня заинтересовало так. На лето очень рекомендую вам такие полоски брать. Классно сочетается со всем и для летнего отдыха, и для городского. Очень как бы классная вещь. Так вот вместе с вами я хожу, брожу, пытаюсь что-то найти. А что мне еще здесь понравилось? Какая-то одна такая была интересная кофта. Вот она. Я ее тоже хочу померить. Так она выглядит, не знаю, какой-то 3X или размер. Ну, какие-то у нее такие веревочки, смотри, какая-то интересная. Сейчас померяю эту кофточку. Так. Смотри, какой интересный пиджачок, такой типа а-ля, не знаю, как это называется, ткань. Ну, очень красиво выглядит, фиолетовый такой принт на ней, не знаю, как называется эта ткань, типа жаккарда, но только с блеском. Вот меня сбивает немножко парча жаккард. Ну, а смотрится неплохо, можно померить. Всегда тебе пример, просто он вышел, смотри. Вот такой пиджак, который я смотрела. Уже этих пиджаков миллион. Ну, такой он прикольный, да, просто они под эти брюки. Плащ открыла. Это такая ветровка. Плащ-ветровка. Очень прикольно. Например, ехать с собой, брать с собой в поездку. Ну, вообще, если такое. Плащ-ветровка такая. Классный плащ. Плащ-ветровка. На рукаве. Ну, я одела его на голое тело. Почему такой классный? Очень. Обещала примерить необыкновенную кофту. Ну, кстати, очень мне понравился цвет. Она явно большая. Ну, такой затейливый у него дизайн. Очень затейливый. Если бы была на меня, я бы взяла. Такое мерю платье. Большое мерю. Так интересно пошито. Специально делаю пиджак, но пиджак мне не подходит. Смотри, какое платье. Сарафан. Прозрачное, понятно. Первый слой ничего, да? Тоже сетка и классные брюки под ним. Посмотри, какие нашла. Брюки такие великоватые. Очень прикольные. Брючки эти прям понравились мне. Они великоваты, но мне кажется, что-то в них есть. Все, просто тебя забирай, снимай. Мне что, ты скажи, оторвись мне этикетку. А есть еще же плащик. Плащик я уже показывала. Вот этот плащик выглядит. Ну, это ветровочка, опять же. Такая летняя, знаешь. Показала сегодня мой поход в стоковый магазин. И сделала вам небольшую примерочку, уже с него ушла, конечно, с покупочкой, выбрала себе брюки и халатик, и лишнее белье. Ну, его, конечно, вам не пока, но вам все равно прошу, поставьте мне лайк и будьте с вами.